Как можно объяснить с помощью кабалы явление Холокоста во время Второй мировой войны? Очень просто. Евреи не сделали то, что обязаны были сделать. Об этом написано в предисловии к книге Зоар. Можете почитать на русском языке. Предисловие к книге Зоар, пункт 66 до 70. Там пишется каббалистами, не мной, великими каббалистами пишется о том, что если еврейский народ не выполняет свои миссии, то есть та группа каббалистическая, у которой существует эта методика, не выполняет свои миссии, она вызывает этим огромные проблемы в мире. И тогда народы мира ощущают в себе естественный, инстинктивный антисемитизм, то есть жуткое неприятие к этой группе людей, и происходит то, что происходит с этими людьми. Так что явление Холокоста, оно в Кабале абсолютно просто объяснимо. Если пришло время, когда нам надо выдавать эту методику, и мы этого не делаем, то, естественно, подогнать нас к этому можно и необходимо различными методами. Причем я хотел бы предупредить, что прошлым Холокостом это не кончилось. И если евреи обязаны заняться кабалой для того, чтобы преподать ее потом всему миру, она открыта сегодня для всех, но это обязанность не на всех. А на еврейском народе она таки находится. Так что, нам придется этим заниматься. Нам придется этим заниматься. Иначе возможны очень многие еще проблемы дополнительные.